И всем привет, с вами RedCat. И сегодня мы с вами затащим две каточки по SkyWars. И я надеюсь, вам это видео очень понравится. И пожалуйста, влепите лайк. И я читаю все ваши комментарии. И погнали! Вот уже началась наша первая катка на карте под названием Эливос. Это одна из моих любимых карт, да, которого нет. Очень топово. Я хочу, чтобы мне попался хотя бы алмазный нагрудник. А. Пока челик. А нет. Не пока. Ой, красавчик. Там. И я засейвился. Так, давайте сейчас пристроюсь и вернусь. Я уже добрался до этого челика. Он уже на центре, да? Лутается. А, это челик очень топовый, да? С большой отдачей, да? Мы его убили. Это очень топово. У него было очень все плохо, как и у меня. Так. Возьмем легенку, да, и пойдем на того челика, который сидел вот тут вот где-то. Ну, его тут нету. Это, о, так, нагрудник, забираем. Вроде никого нет, смотрим тут, вот так, блин, не взял. Protection 3, мы, походу, затащили эту катку, но это не точно. Так. Где последние два человечка? Это очень большая тайна. Вроде на островах я их не вижу, но они где-то должны быть тут. Да. Деревьев тоже нету. Смотрим под острова. Тут тоже нету. Я не понимаю, где эти все люди. Вроде сейчас будет мистикл. Мистикл, да, мистикл чест. Но их все нету и нету. Так, у нас осталось ни много ни мало. Открываем мистик. Power 3. Топ. Эндер. Берем эндер. И вот это. Куда это? Ну, вот это. Ага. Вот ты себя... Чё? Всё. Понятно, ясненько, понятненько. Надо держаться. Это читер. Просто маленький КБ. У него нет его. Давай, ты уже умри, чел. Давай. Мы затащили первую катку. И переходим ко второй. Ну и вот мы заспавлились на нашей второй каточке. И так произошло то, что в нашей катке всего лишь два нормальных человека. То есть без Холли. Это какая-то аномалия. Вот. Карлик Пуфлик. Переглашает всех в его гильдию. Не вступайте в его гильдию. Это просто фигня. Чё? Окей. Допустим. Его кто-то скинул. Это просто аномалия какая-то. Люди падают. Все падает. Земля крутится. Майнкрафт не крутится. Майнкрафт плоский. Как кастрюля. Да, я не знаю, что я говорю. Просто нечего уже говорить. Просто сейчас будет Холли убивать Холли. Холли убьет этого Холли. А я убью всех Холли. Да, это очевидно. Хаваем Гэплис. Да, убиваем этого челика. Убили этого челика. Хаваем еще один гэплис.
и лутаем сундуки. Мы не залутали все сундуки. Я бы хотел сказать вам то, что скоро я начну такую программу. Какую программу? Я начну делать путь ютубера на моем ютуб-канале, да. Так, Шаркус один забираем. И в этой рубрике на моем канале будет выходить путь к ютуберу, как вы уже поняли, да. Завтра выйдет ролик, как сделать топовое превью на ваш ютуб-канал, да. Так. Давайте простроим. Это все мое будет сюда. Весь мистик. Надеюсь. Просто надеюсь. Так, давайте посмотрим, нет ли кого-нибудь вот тут. Вроде никого нет. Это очень хорошо. Так, давайте. Давайте возле мистика будем стоять. И потом прыгаем. Уходи, отошел. Не, мне страшно, ребят. ПЖ я снимаю. Да, вот так и записываются ролики по Майнкрафту. Особенно по Скайварсу. Меч, о, да. Да, 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 да. Меч, о. Так, давайте убьем его. Но все равно залью. Про чего он меня достал? Ну, понятно. Короче, я все равно залью эту катку. Был Red Cans. Всем удачи, всем пока.